Виталий Мутко покинул пост президента Российского футбольного союза. Об этом стало известно по итогам заседания исполкома организации, которое состоялось сегодня в Москве. Он сам подал заявление об уходе. Кто займет вакантное место, узнаем в феврале будущего года, когда состоится отчетно-выборная конференция. Заявки от претендентов будут принимать до 13 января. Ну а пока исполнять обязанности главы организации будет президент российской премьер-лиги Сергей Пряткин. Сегодня же исполком РФС признал положительными итоги выступления сборных команд России в 2018 году. Главная цель на ближайшее будущее – попасть в финальную часть Евро-2020.